человек в половине начинает кричать, двигаться, ему становится страшно, и он начинает просто задыхаться. Самая главная профилактика – это не оказываться в лавине. Избегать всех возможных склонов, где возможны снежные шапки. Избегать провоцирования сходов лавины. И самое главное – воздушные мешки. Складывание ладошек вокруг лица, сжимание колен к себе. Так само образуется самое пространство, где можно комповать какое-то количество определенного воздуха. Употребление кислорода у нас влияет такие факторы, как страх, паника, крики. Все эти моменты надо устранить. В снегу, оказавшись какой-нибудь лыжник, чаще всего будет прикован к лыжным палкам. От них обязательно надо освободиться.